Привет, друзья! Ну что, первый этаж мы закончили полностью. Подтянули все гайки на шпильках. Приварили нижние крестовины к закладным. Так что первый этаж у нас практически готов. Сделали уже входную группу. Это такой будет навес. Вот, плита входная. Там организовали приямок для коврика красивого, современного, алюминиевого. Вот, и теперь мы ждем плитоперекрытия. Вот, сделали отмостку. Она у нас была утепленная. Но перед тем, как заливать уже ее бетоном с уклоном, мы проложили полистирол 50 миллиметров экструдированный вдоль наших красивых ригелей. И после этого сделали опалубку и залили это все бетоном. Так что теперь вода вся будет уходить от здания вот сюда в левую сторону. А здесь уже готовим бордюры. Используем те, которые были. Учитывая, что их видно не будет вообще. То есть тут засыпается тоже крупный гравий, потом мелкий. Ну, геотекстиль сначала. А там дальше пойдет трава. Вот это будет газон. Вот. Решили применить остатки материала, чтобы его не выбрасывать. Через 2-3 дня примерно у нас должно прийти перекрытие. И мы приступаем к монтажу перекрытий. И после них сразу же начинаем гнать второй этаж. Второй этаж у нас более интересный, чем первый. Вот у него сложная форма, там есть внутренний дворик. Вот. Плюс он по-разному разные высоты имеет. У него вот здесь зал 4,5 метра в этой зоне высота. А соответственно остальные помещения 3-метровые. Ну и вот эта балка, вот о которой я говорил, она имеет 7-метровый пролет. Вот она такая большая. И вот это помещение, оно получается площадью 50 квадратных метров. Здесь у нас будет кинотеатр. Кран наш легко тут катается в этих сотах. Хватает ему места. Поэтому без этого крана, конечно, было бы намного сложнее выполнить эту работу. Вот на примере, давайте я вам покажу, вот маленький проем, узкий, вот он. Вот сделаны выборки уже в системе, в конструкции, под установку глухих стеклопакетов, энергосберегающих, толщина стеклопакета 51 миллиметр. Вот внизу видно по бокам, слева-справа выборки. И наверху вот такая же выборка. То есть практически стеклопакет встает вот в эту раму. То есть наша конструкция, она же является рамой для монтажа стеклянных витрин. Вот. Ну а как мы будем бороться вот с этими шпильками, которые сегодня создают мостик холода и с крестовинами? Я вам покажу чуть позже. Сверху теперь это выглядит вот так вот. 350 квадратных метров жилого помещения первого этажа. Все четко в линиях. Идеально все по высотам.
Опять же, это благодаря конструкции, которая подогнана идеально до миллиметра. Я даже скажу, не до миллиметра, до каких-то долей миллиметров. То есть перекрывать сейчас будет одно удовольствие. Всю эту систему. Ну а это структура второго этажа. Как только перекроем перекрытиями, сразу же монтируем второй этаж. Монтаж у нас быстрый. Мы параллельно, опять же, делаем много работы, которая не связана вот исключительно с монтажом. То есть, допустим, вот сейчас отливали вот ту площадку, входную группу, планировали вот там территорию, выстраивали уже бордюры, сажали их на раствор, чтобы уже сделать благоустройство. Растаскивали камни, делали планировочку вот этим экскаватором. Ну, короче, много параллельной работы. Здесь траву сажали, там, где она еще не засажена. Там стригли газон. Здесь тоже посадили траву. Доделали зону барбекю. Осталось приварить раму наверх, сделать кровлю и поставить барную стойку. Подключить ее к воде и канализации. Газон растет. Мы его уже постригли. Один покос сделали. Вот этот пострижен тоже. И вот тот дальний пострижен. Теперь трава пошла вширь, а не в высоту. Начинает укореняться. Это наше озеро. Оно не цветет. С ним нет никаких проблем вообще. Рыбкам нравится. Лилии растут. Здесь тоже все прикольно. Тут еще оно не дополировано, но вот, как я ранее говорил, так мы накидали, набросали. Такой дизайн у нас в процессе происходит. Сделали перелив с озера, проложили вот здесь дренажную трубу и завели ее прямо в канализацию, в дренажную вот там. Поэтому, когда идут дожди, вот сегодня ночью был ливень, у нас озеро не переливается, никуда ничего не течет. То есть вода вот в этой зоне уходит сразу в перелив, который мы заранее предусмотрели. Красиво. И хорошо.